Всем привет! Сегодня хочу показать вам, какая рассылка белорусской косметики ко мне пришла. Очень приятно получать косметику именно в таких красивых упаковках. Это особое такое эстетическое удовольствие. И давайте посмотрим, что же находится в этой чудесной коробочке. Первое – это скраб универсальный. Он и для лица, и для губ, и для зоны декольте. Обещает быть очень нежным, и мы это с вами обязательно проверим. Действительно оказался очень нежным. Скраб для лица, губ и декольте. Он очень нежный, в нем содержатся очень нежные скрабирующие частички, которые разной величины, но все одинаково нежные. Мне нравится, что этот скраб, он не травмирует кожу, не царапает ее, а достаточно нежно очищает. И я люблю им пользоваться именно в те дни, когда моей коже нужно дополнительное очищение, либо я чувствую, что она была перегружена макияжем, и помимо обычного умывания, я хочу ее очистить глубже и лучше, чем обычно. Посмотрите, какие нежные скрабирующие частички, ничего царапающего, все только нежное. И мне нравится, что величина частичек скрабирующих, она миксуется от маленькой до большой, и достаточное количество этих скрабирующих частичек, немного и не мало. Следующее — это вот такая увлажняющая крем-маска для лица с тыквой. Мне очень нравится упаковка, она такая забавная, как раз осенняя, то, что вот хочется увидеть осенью. Питательная маска для лица с тыквой, медом и куркумой. Это крем-маска. И мне нравится она тем, что она не перегружает кожу лица, при этом хорошо ее питает и увлажняет. Сейчас очень популярны стали тканевые маски, но в последнее время я их перепробовала огромное количество и мало нахожу толковых. А эта маска, она намного лучше многих тканевых, и она удобнее, ее можно нанести, с ней принимать душ, и ничего не будет сползать, и также можно свободно передвигаться, заниматься своими делами и не думать о том, что тканевая маска может свалиться, съехать и так далее. Здесь нанес и занимаешься своими делами, либо наоборот лежишь и отдыхаешь. А плюс этой маски в том, что она не перегружает кожу лица, при этом увлажняет ее, питает, и она очень нежная. Ее можно наносить на 10-15 минут. Она слегка впитывается в кожу, и затем остатки маски нужно смыть. Тоже очень нежный, ненавязчивый аромат. Маска с хорошим составом. Следующий продукт — это скатка для лица. Скатки я люблю, они как раз хорошо подходят для осеннего периода, когда на коже появляются какие-то шелушения, очень нежно все это убираю с лица. И есть два продукта, которыми я уже активно пользуюсь. Первое — это знаменитые тени от Luxe Visage Metallic Hype. Мне они очень понравились, и мне нравится то, что благодаря их консистенции можно нанести как такую легкую вуаль, чтобы слегка подсветить глаз, и в то же время можно сделать более плотное покрытие, чтобы тени были более яркими. Мне нравится их стойкость, мне нравится, как они распределяются по коже, очень такие хорошие, не зря их так хвалят, очень мне понравились. Эти тени мне нравятся своей многофункциональностью, их можно брать с собой в поездку, они заменят и тени, и хайлайтер, и кисточки брать не нужно, очень удобно. Эти тени у меня идут в первом оттенке, хочу попробовать и другие, потому что качество хорошее. И они меня заинтересовали, очень много положительных отзывов слышала на эти тени. И второй продукт — это их знаменитая тушь, также от Luxe Visage XXL, которая обещает и удлинение, и объем, и разделение, и все это она делает. Хочу обратить ваше внимание на тушь от Luxe Visage XXL. У нее очень необычная щелочка. Посмотрите, какая она конусообразная, силиконовая, с щетинками, которые возрастают от начала щетинок до конца. Мне понадобилось время для того, чтобы
приловчиться к этой щеточке, но она прекрасно удлиняет, разделяет ресницы и создает объем и, самое важное, без комочков.